Всем привет! Сегодня у нас вот такие вот две банки Penang. Покупались они по распродаже по $12 на AliExpress. После этой распродажи они же были по $9.90. Ну, не они же, там, по-моему, другая немножко модель. Вот, покупались 18 мая, это была распродажа. Вот, маркировка у них PN920. А потом была за $9.90 на 20 тысяч PN999. Ну, я купил ее одну всего лишь. Этих я купил две, белого и черного цвета. Ссылка на акцию будет в описании. Давайте распакуем, посмотрим, что у нас тут в комплектации. То есть коробочка, это покупалась на AliExpress. Смотрим. Вот такого вот она цвета красивого. Идет просто здесь. Коробочки больше ничего нету. Коробочка вот так выглядит. Идет шнурочек обычный, не толстый, не тонкий. Тоже тут Penang написано. Вот обычный коротенький шнурочек. Давайте раскроем. Вот. Идет сама банка и Operation Guide. Вот как им пользоваться. Ну, тут, в общем, какие модели и сколько они могут выдавать, то есть сколько они вмещают, сколько они выдают с фонариком или без. Наш экземпляр, он с фонариком. Так, откладываем, смотрим. Вот, выглядит вот так вот он. Penang Universal Power. Немножко на него цепляется. Вот это вот кубики, вот эти вот, они прикольные, такое решечение у них. С этой стороны имеем micro-USB вход на 5 вольт для зарядки. И выход на 5 вольт 2,1 ампера, выход 5 вольт 1 ампер. И фонарик. Включили. Данный экземпляр заряжен на 28%. А, нет, на 82%, то есть вверх ногами экранчик, поэтому выход 82% заряжен. Вот включается фонарик. Ну, фонарик обычный, но я думаю, там, знаете, в палатке подсветить, в сумку. В общем, недостаточный фонарик для освещения. Ну, как бы обычный, ключи можно подсветить. Но в сумке носить его я даже не знаю. То есть это более походный, наверное, вариант. Потому что на 20 тысяч мАч он довольно-таки большой и довольно-таки тяжелый. Сейчас попробую. Небольшой ремонт у меня, я не смог найти весы, поэтому поверим заявленным характеристикам, заявлено, что вес устройства 435 грамм. На нижней части характеристики. Ну и давайте второй посмотрим. Так, проводочек мы беленький отложили. Давайте второй. Вот, белый выглядит довольно-таки симпатично, но марка. Но вот это вот, вот уже где-то грязный он приехал. Ну, выглядит, конечно, прикольно. И белый, и черный очень прикольно выглядит. Но они, отпечатки не остаются, но вот какой-то мусор к ним прилипает. Белый, конечно, выглядит классно. Вот, давайте посмотрим. Так. На 68% заряжен. Выключаем. Давайте попробуем сразу в лампу, разряженная лампа Xiaomi у меня есть, и давайте в телефон. Итак, здесь у нас порт 5 вольт 2,1 ампера, здесь на экранчике светится, что 6,8, 5 вольт 2,1 ампера выход, то есть эта информация светится. Идет зарядочка, подключили телефон, вот, пошла зарядка, нам индикатор показывает. И что у нас он здесь дает нам? 4,88 вольта, 1,11 ампера. Ну и давайте, я не знаю, вряд ли, конечно, он разгонится. Возможно, это из-за кабелей. То есть у меня в данный момент других нету. И здесь это micro-USB кабель. Сейчас попробую найти. Ага, секунду. Итак, вставлено у нас в 2,1 ампера. Сейчас подключаем телефон.
Так, подключили телефон, зарядка не идет, потому что он выключился. Включается он через несколько секунд. Вот, включаем его, сразу пошла зарядка. У нас показывает режим 5 вольт 2,1 ампера, 68% осталось. Пошла зарядка, и давайте посмотрим, что он нам дает. Дает он нам 4,88 вольта, 1,09 ампера. И давайте попробуем теперь через переходничок, через родной кабель тот же телефон вставить. То есть берем родной кабель. Это кабель, по-моему, Орика. Да, Орика, классный кабель, я его покупал на JT. Так, давайте родной кабель теперь вставим. Телефон заряжен больше, чем наполовину, поэтому то есть 71%, поэтому возможно показывает также, но у меня на данный момент нету разряженного полностью телефона, то есть 4,86 вольта, 1,06 ампера. Это из 2,1 ампера выхода. Теперь давайте во второй вмыкаем. 5 вольт, 1 ампер. Смотрим, что у нас здесь показывает. Зарядка на телефон пошла сразу. 4,86, 0,94 ампера, то есть меньше 1 ампера. Зарядка идет. И теперь давайте попробуем вставить в лампу Xiaomi. У меня она разряжена в 0, но она потребляет у нас вход 5 вольт, 2,1 ампера ей нужен. Поэтому сейчас вот она включилась, но она разряжена. Буквально пару минут она выключилась самостоятельно, и я ее там 2 минуты заряжал буквально. Вот, поэтому давайте пока выключим ее и родным кабелем будем подключать. То есть ей надо 2,1 ампера, как раз то, что на вход, то, что он у нас может выдавать через вот этот порт. Ну, давайте проверим вначале первый, 1-амперовый. Так, включаем, зарядка пошла. Вот лампочка загорелась красная. И смотрим. 4,77, 0,96. Так, фонарик давайте выключим, потому что он нам не нужен. Так, 4,81, 1,13 ампера, 1,16. То есть хорошо пошла. Вот уже 34 мАч залила. И давайте посмотрим второй порт 2,1 ампера. 5,08, 5,10, 4,83. И 1,18. 1,22, 23. Вот так она и будет у нас разряжаться. Давно хочу нагрузку купить, но все руки не доходят. И вот у меня получается вот так вот. Сейчас нагрузка второй день. Ой, отключил. Второй день я разряжаю. И вот что у нас есть. То есть это заряд. Ну, пауэрбанк я не заряжал с момента, как он пришел. То есть с момента распаковки я это поставил. Вот он, вот так у меня разряжается, то есть включен фонарик, дополнительный фонарик Xiaomi и еще один фонарь, ну, лампа Xiaomi. И вот они уже прошло сутки, прошли с момента и показывает, ну, как бы стоит на 51, ну, стоит уже, наверное, часа полтора, поэтому я подозреваю, может, что-то не так с индикацией, но так вот она стоит. Вот, в общем, вот так разряжаюсь, посмотрим, сколько еще продержится, то есть уже сутки продержалась. Все, разрядилась полностью, прошло 2 дня. Вот, этот еще загорается, но уже показывает, что нолик. Все, ставим на зарядку. Итак, заряжался он чуть больше суток, даже... Нет, меньше суток заряжался. Вот. Вечером я уходил, то есть было там 14 или 15 часов. Вот, уходил, было 60%. Ну, утром пришел, как бы через сутки я пришел, уже заряжен. Но я думаю, что он пару часов назад был уже заряжен. Вот, поместилось в него 18,67. 100% у нас показывает. Где тут у нас кнопка вот, подсветки? Вот, отличная банка. 18 тысяч, то есть на отдачу где-то 1015 будет точно.